Ребята, всем здорова, с вами снова Алистер, и сегодня я вам покажу, как сделать 1600 сил в карпаркинге. Это как бы новый баг с новым обновлением, так что, ребята, поставьте лайк, подпишитесь, а мы погнали. Ребят, как я узнал об этом баге? Вчера на стриме мне рассказал про это Денис, и потом, как бы, я закончил стрим и пошел в ВК, и он там мне уже все объяснил, я все понял. Как так, скрин, наши переписки. Короче, спасибо ему отдельно, ребят, за то, что он мне сказал данную идею. Ребят, вы поставьте лайк, подпишитесь, ребят, давайте по данным роликам наберем хотя бы 1000 лайков, ребят, чтобы вышел новый ролик. И как бы за такой баг, потому что этот баг, ребят, реально топовый. Все, теперь, ребят, смотрите, ребят, я вам сейчас все объясню. Короче, заходим в другое, покупаем отсюда, ребят, все, то есть чип-тюнинг, там, выхлоп, интеркулер, чип-тюнинг и выхлоп, и тормоза не покупаем. Потом, покупаем трипл турбо, ребят, вот. И, ребят, потом нажимаем на твин турбо и не покупаем. Переходим в двигатель, и тут уже нажимаем на сет, то есть на покупку. Вот так вот. И теперь, ребят, мы должны будем опять же перейти в другое и нажать на трипл турбо и купить его уже тут. И как бы уже получится такой мини-баг, и у нас сейчас больше, так сказать, сил. И теперь опять же повторяем так, нажимаем на твин турбо, переходим в двигатель, потом покупаем там, переходим сюда. И покупаем уже тут, как бы. Переходим сюда, вот так вот. И потом покупаем уже тут. Переходим сюда, покупаем тут. И у нас уже, как бы, 900 сил. Ребят, короче, я купил V12, потому что на нем, когда ставишь турбину, там намного больше, так сказать, приходит сил. Так что, вот, ставьте сразу же V12. И вы быстрее доберетесь до 1600 сил. Ребят, вот у меня уже более 1000 сил, уже 1100. Так как у меня сломан экран, я не вижу, сколько у меня сил. Но я вижу, что там больше 1000. Короче, как так, ребята. Давайте я увидел, это как бы не фейковые там надписи просто. Потому что это реально рабочие. Вы, ребята, не забудьте про лайки, про подписку. Напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать 1000 сил. Давайте, ребята, поставим полный привод и уже полетим. Как видите, вообще очень реально быстрая машина. И это как бы не там не фальшивые цифры просто. Это реально, так сказать, рабочие силы. Так что, ребята, не забудьте про лайк, не забудьте про подписку. И я вам буду. Ребят, как бы на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И как бы на этом у меня все. Поставьте лайк, подпишитесь, ребята. А с вами был я, Лестер. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.